Самочувствие как? Все отлично. Будем. На Колыване. Вот там. А? Так громче говорили. Лучше около Колывана. Около. Хорошо. Какая высота под нами? Возьми камеру вместе с лямкой. Одновременно, да. Угу. И прям до посадочки так держи. Хорошо. Нормально? Не укачивай, все хорошо? Не, все нормально. Нет, просто когда вот это вот... 4G перегрузочка, да. Да, это будет. На посадку, когда пойдем, также держись этими руками за лямки. Угу. Из подвески выскользнешь, вот на этих разных ремнях повиснешь. Положение виса. Положение стоя мы должны подойти к земле, хорошо? Хорошо. Ножки вместе, колени слегка согнуты. Когда уже подходим к земле, подлетаем, я тебе предупреждаю, ты напрягаешь мышцы ног, упругими ногами встречаем землю. Угу. И погасили, немножко пробежались, погасили инерцию купола, 2-3 шага. Я база, 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 какой это ветерок внизу. Не принял, еще раз. Нет, почти все, но на ворот. Я вот сел, посмотрел, 0-1, смотри еще. Да, принял, спасибо, Юр.
соскальзывать, вывешиваться на ножных ремнях вперед. Да-да-да. Вот так, отлично. Ножки вместе. Ну какой? На грибочке вон там более ничего нет. Да. На колонаду будем ходить или нет? А, нет, ты не заказывала. Нет, на колонаду я не заказывала. Хорошо. Ну, хотя, а фонтан можно? Фонтан? А он без воды, нет. Ну, почему? Здесь тоже нет воды. Без воды неинтересно. Так, напрягай ножки, сейчас уже скоро будем. Вау. Сейчас все загашу. Скорость, не бойся. Оп. Yes. Все, в сторону купола пару шагов сделали. Так, говори. Замечательно. Все нормально? Конечно, я еще хочу. Отлично, молодец, свой пацан. Надо покупать свой купол и летать. Так, наш куполок. Все, всем пока. Всем пока.